Между тем, сегодня Минсельхоз провел оперативное селекторное совещание. Темой обсуждения стала зимовка домашнего скота и лошадей в Абыйском районе. Ведомство поручило доставить запасы комбикорма из поселка Белая гора в села Абый, Кубергиня и Сыганнах силами малой авиации. Также достигли договоренности с топливоэнергетическими компаниями о доставке дополнительных объемов топлива в нуждающиеся населенные пункты. По официальной информации, в Абыйском районе имеется более 2000 голов крупного рогатого скота и лошадей. Последние особенно страдают из-за сложившейся ситуации. Толстый слой снега и образовавшаяся ледяная корка не дает лошадям нормально кормиться. То, что они сами заготовили, они не могут добраться до того, что в местах, где они заготовили. Во-первых, это вопрос стоит. Сейчас завозить извне луса, по Абыйскому лусу дорог нет. Поэтому речь идет сначала о обеспечении внутренних резервов. Значит, это внутреннее перераспределение и транспортировка. А сейчас так как так дорог нет, и все замело, и сейчас непогода. Поэтому вопрос стоит о перевозке, то, что в Белой горе находится корма, да, возить воздушным транспортом.